Вот так выглядит спирулина на фоне китайской вишни куста и в отдалении терна. Терн уже зацвел. А это вот такой перевозчик рюкзаков, готовящийся в велопоход с повышенной дальностью. Ну а это, в общем, я откапываю лунку для посадки дочернего кустика винограда Вичи около забора. Колупаюсь, облагораживаю место под фундамент и убираю кое-где подкошенную травку.